Такие больные кошки у меня. Я их подобрала. Жалко, на улице холодно. Он стукается, никто, да, куда бегает? Никто за ними их не кормит. Вот такая обстановка дома. Везде ящики, домики, кладовая у нее. Вот. Это частично кошки, которые дома. Еще вот они. Вот она, девочка. Одноглазая. Геморрой выходит, заходит. Бабуля говорит, облепиху, да, мажете, чтобы маме надеть. А вон тут рыженький прячется. Вот этот котик. Вот он. Весь больной. Он даже вискас вот поставил, не может кушать. Смотрит на него. Видимо, хорошенький. Уличные кошки, они бывают чистенькие. Они все вылизывают, все. Он весь обвяленный такой. Иди, мой золотой, иди сюда, ну чуть-чуть покушай. Иди, мой. Как-то на одну пенсию. Еле-еле. Жалко. Кормлю. А вот лечить у меня просто не хватает средств.